Привет, ребята! Меня зовут Диана, и вы на моем канале Мистикс. И сегодня мы с Димой снова пришли в этот проклятый и ужасный лес, чтобы отыскать Ирку и наладить с ней контакт. Что это? Что это? Я одного следа Ирчика, когда иду ее оторву его. Кто, кто это? Бежим! Кто это был? Я не знаю. Так, он что-то нам крикнул. Наверное. Подожди меня. Дети, почему вы гуляете в такой глуши? Вы не знаете, что на этом озере много монстров? Мы-то знаем. А вы кто такой? Я охотник за монстрами. Я ищу Ирку, чтобы отомстить за свою семью. Она убила всю мою семью. Я успел спрятаться, а я ее видел. И не раз. И где же? А не скажу. Она нам жизнь спасла. И я ей. Раз так, тогда получай. Дима! Беги! Не трогай меня! Стой, куда же ты? Проваливай из моего леса, глаза в лесоруб! Все, мы больше не ногой в этот лес. Наверное. Но тебя не смутило то, что Ирка разговаривает? Нет. Ладно, пошли домой. Всем пока, ребята. А вы ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока!